Поздравляем, победа. Какие ощущения, как у тебя проходил бой? Потому что комментаторы многие оценивали, что именно удивились решением немного. А чем они удивились, можно узнать? Комментаторы думали, что соперник выиграл 2 раунда и были удивлены вообще карточкой 30-27. Очень плохие комментаторы, очень. Really bad commentators. По твоим ощущениям, как ты победил, сколько раундов из трех? Первый был такой, как скажем, пристрелочный, я не могу ни мне отдать, ни ему отдать, но второй, третий раунд я точно забрал, поэтому у меня не было сомнений вообще, кто выиграл этот бой. Блин, после ваших слов сейчас будет опять говорить, что арабы купили этот бой, да? So after your words, you know, people will say again, the Arabs bought the decision. Right. Насколько сложной была неделя боя, учитывая, что у тебя сменился соперник до последнего момента, у тебя не было соперника? Это просто, я вам скажу, будут у меня сыновья, никогда не отдам их на этот вид спорта. Это просто собачий вид спорта. Ты 3 месяца не выходишь из зала, готовишься к оппоненту, гоняешь вес, настраиваешь, и тут тебе там 3 недели ищут соперника, и за неделю тебе дают вообще абсолютно другого соперника, под которого ты готовился, и это вообще все меняет. Но слава богу, победа есть победа, да, тяжелая. Но я люблю такие бои, но победа есть победа. Серии из 23 побед, ты выглядишь, что сложно тебя остановить. Какие дальше планы? Знаете, я уже сегодня говорил, вот любого мне, топ-10, топ-15, топ-5, поставьте передо мной в клетку, и исход будет тот же самый. Да, будет тяжело, и сейчас мне было тяжело, но итог, результат будет тот же самый. Сколько еще боев тебе нужно, чтобы быть претендентом на титул? Я могу послезавтра подраться за титул, если вы дадите. Yeah. Even the day after tomorrow, I can fight for the title if you give me the chance. You know? Твой изначальный соперник был очень высокий, и его заменили на довольно-таки невысокого мускулистого парня. Насколько это повлияло на твою подготовку? Это вообще кардинально все поменяло. Я не знаю, почему мне и Далби последний бой был такой. Он чем-то был похож на Далби, такая же большая мускулатура, такая же крепкая голова, они чем-то были похожи с Далби. И я не знаю, но, конечно, кардинально поменялось. Нурсултан был там по 2 метра ростом, этот 1,80 м и в ширину по 2 метра. Вообще кардинально все поменялось, но за неделю ты особо ничего не поменяешь. Был ли ты впечатлен его защитой от тэкдаунов, особенно у клетки? Нет, я не был впечатлен, я просто был впечатлен его крепкой головой, вот и все. На самом деле, я не был у меня такой прям супер цели его перевести. Когда я его захотел, я его в каком раунде? Во втором, по-моему, перевел. У меня не было цель номер один его перевести. Моя задача была, чтобы он устал и в поздних раундах, чтобы я уже постарался выиграть досрочно. Каждый раз, когда вы обменились ударами, ты постоянно улыбался. Что-то ты ему говорил специфически в эти моменты? Мне нравится получать удары, но я больше люблю отвечать на них. Пропускал один, отвечал 2. Артуро Гатти, брат мой. Ренат, поздравляю тебя с победой. А вот чисто визуально, да, вот ты как будто бы принял наибольшее количество урона за всю свою карьеру в UFC, по крайней мере. Считаешь, чувствуешь ли ты так, что принял наибольшее количество урона? Подожди, сейчас я посмотрю на себя. Ну нет, в принципе, после Далби тоже не хлеще было и после Залески. На самом деле ничего такого нет. Ничего такого нет. Принял. Главная победа. Ощущение такое, что у тебя очень пострадала левая нога, ну особенно сильно, как будто бы он прям... Я чувствую, завтра в аэропорт я буду похрамывать, но я знал, что у него жесткие лоу-кики, вы же видели, он как в хорошем смысле, я не оскорбляю, у него телосложение, как у Спанч Боба. Это просто шкаф, который в дверь, наверное, входит вот так вот боком, потому что это просто крепыш, которого, я не знаю, с деревни достали, который всю жизнь, наверное, ко мне таскал. Очень сильный парень, поэтому у парня большое будущее в UFC, я буду за него только рад. Ассаламу алейкум, Ренат, поздравляю, брат. Узбекча чунасана, авальге уже
Отказ бүген рақымен өзбекистолик Нұрсултан Розыбаев еді. Айнан өші анонс бүгенде сен жәңден кеген палов оши егені бораман дегенден. Кстати, узбекские фанаты, братья, жду приглашения на плов. Это, во-первых, в Москве тоже есть узбекские рестораны хорошие. Я жду приглашения, во-первых. Во-вторых, хочу обратиться к узбекским фанатам. 99,9% все были адекватные ребята. Да, они поддерживали своего Нурсултана, что молодцы, правильно делают. Всегда надо поддерживать своих. Но ни один не позволил себе оскорбления. Поэтому респект фанатам и друзьям из Узбекистана. Молодцы. Рахмат, табриклима, я на бербор. Ну и сейчас вот, Ренат, в комментариях, да, как и сказали, что люди не очень согласны с решением, не очень понимают решение. У тебя не было сомнений, да, когда закончился поединок, что ты его забрал? Если вы бой посмотрите, я после первого спросил у тренерского угла, что вы думаете по поводу первого раунда, второй, третий, у меня не было сомнений. Я считаю, что даже там было такие пару нокдаунов хороших, которых я заметил, да, может, судья не заметил, но глазам было видно, что он поплыл. Ренат, поздравляю с победой. А если сейчас UFC снова попытаются организовать бой с Нурсултаном Розыбоевым, дашь ли согласие или постараешься этот бой избежать? Ну, Саят, Руби, надеюсь, мне уже дадут соперника из топ, это больше к ним вопросы. Но, опять же, мы в UFC, нам кого дают. Я хочу объяснить ребятам, что мы здесь не сидим вот так вот, и мне не скидывали кучу вариантов, с этим будешь драться, с этим будешь драться. У нас нет такого варианта. Нам предлагают имя, дата. Да, да, нет, у нас нету вариантов. А будешь ли с этим драться? А будешь ли с этим драться? Нет. У нас вон Саид отправляет имя, дата, готов. Да, да, нет, у нас нету вариантов. Нет, я не буду, я там не хочу, это неудобен. Нет. Мы бойцы из России, нам скидывают фамилию, дата. Все, let's go, вперед. Саид, подтверди. 100%. Спасибо. А так, всем спасибо. Я очень соскучился по вам всем.